эфире новости христианского мира в студии Жанна Мамилова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Жители Словении проголосовали против легализации однополых браков. Папа Римский выразил решимость провести реформу администрации Ватикана. Археологи определили местонахождение земли Гадаринской. На нашем канале продолжается центральное событие года, самое ожидаемое и важное мероприятие – Рождественский марафон. Сегодня с 19 до 22 часов мы продолжим прямые включения из студий в Иерусалиме, Петербурге, Пензе, Филадельфии, Чикаго и Хабаровске. За прошедшие два дня мы получили невероятное количество звонков и писем с вопросами, откликами и поздравлениями, за что выражаем отдельную благодарность всем тем, кто поистине стал частью нашего марафона. Сегодня вечером мы вновь ждем вас у ваших экранов телевизоров, чтобы продолжить вместе создавать рождественскую атмосферу и вместе нести благую весть по всему лицу земли. Граждане Словении отклонили закон о легализации однополых браков в ходе референдума, который прошел накануне в этой стране, сообщает BBC. По результатам подсчета почти 64% граждан сказали «нет» данному закону. Тем не менее, явка на референдуме оказалась низкой – 36%. «Нам необходимо защитить права наших детей. Мы согласны предоставить соответствующие права гомосексуалистам, при этом сохранив традиционную семью в качестве основного окружения для детей», заявил высокопоставленный представитель консервативной партии «Новая Словения» Христианская народная партия Людмила Новак. Напомним, что в марте парламент страны одобрил закон, согласно которому браком отныне должен признаваться союз двух индивидов, а не только мужчины и женщины. Однако противники закона развернули кампанию против него и смогли инициировать референдум. Папа Римский Франциск на встрече с представителями Римской Курии объявил о планах реформировать ее, сообщают западные СМИ. «Реформа будет осуществляться с целеустремленностью, ясностью и твердой решимостью», сказал понтифик. Он упомянул, что планы реформ вызвали противодействие со стороны некоторых представителей администрации Ватикана. Кроме этого, Папа Римский представил членам Курии список ценностей, которых они обязаны придерживаться в своем служении, включая честность, смирение и умеренность. На аналогичной встрече год назад понтифик заявил, что Курия страдает от недостатка святости и от жажды власти. Израильские археологи обнаружили во время раскопок на месте древнего города Курси на восточном берегу озера Кинерет, которое называется в Библии как Галилейское море, мраморную плиту возрастом 1500 лет с надписями на иврите. По мнению исследователей, это говорит о том, что в библейские времена здесь жили еврейские и раннехристианские общины. Об этом сообщает христианский портал Invictory. Это большая редкость обнаружить на восточных берегах Галилейского моря доказательства еврейского присутствия. До этого у нас не было доказательств того, что в ту эпоху евреи жили на других берегах озера, сказал один из руководителей раскопок Михаил Арци, чьи слова приводит ресурс. На найденной во время раскопок в древнем городе плите ученые обнаружили надписи, которые, возможно, связаны с Девой Марией. Это навело ученых на мысль, что на восточном берегу озера могли быть либо еврейские, либо христианские общины. До этого считалось, что они располагались лишь на западном берегу водоема. В США открыл свои двери для верующих самый большой православный храм юго-восточного побережья. Как рассказали в синодальном информационном отделе Московского патриархата, приход в честь блаженной Матроны Московской действует с 2011 года. Богослужения ранее совершались в небольшом арендованном помещении в районе Хайлендейл-Бич. За 4 года верующие собрали средства и приобрели бывшую церковь методистов, которую реконструируют по канонам Русской православной церкви, сообщает Благовест.Инфо. Основное здание храма может вместить до 700 верующих. В комплекс также входят трапезные палаты, помещения для организации образовательных и культурных проектов. По разным оценкам, на побережье Большого Майами проживает от 100 до 200 тысяч русскоязычных американцев. На этом у меня все. Смотрите больше новостей в нашем эфире, а я с вами прощаюсь. До новых встреч!